Я всех категорически приветствую на канале Мастер Викинг. У нас сегодня первый день ярости. У нас сегодня буквально меньше получаса назад отшумели первые башни. Прежде чем вам показать, как это примерно было для расширения вашего кругозора или просто из любопытства, хотел вам указать на один момент, который вам пригодится при дефе башен, при войне на башнях. Смотрите, какой прикол у нас очень многие упускают. Многие заходят на карту и башен, естественно, не видят. Другой начинает заходить, все начинают прыгать с карты на карту, карту они не видят, и башен не видят. Конечно, начинается буря недовольства. Так бывает, так действительно бывает, но бывают моменты, когда это происходит не потому, что у нас плариум, вернее, не только потому, что у нас плариум может подогнать босяцкий подгон, а потому, что они не знают одного маленького лайфхака. Если вы обратите внимание на вот эту замечательную штучку и вот на буковку И, здесь написано вот таким микроскопическим почерком, для того, чтобы, я не знаю, только парень в очках мог это заметить. Мини-карта обновляется при открытии, но не чаще, чем раз в минуту. То есть, что происходит? Все в ожидании счастья вселенского и башен начинают заскакивать на эту карту, они ее не видят, потому что зашли и проявили женское нетерпение. Посмотрели, башен нету, они вышли, прождали 3 секунды, опять зашли, башен нету, опять вышли, опять зашли. Вот это начинается паника. Как мы делаем это в клане? Мы делаем специальную череду, то есть заходят одни, если они видят башен, они скидывают координаты. Другие не заходят, они ждут команды полного уничтожения башен. Когда они уходят, заходят следующие, или, допустим, наводчик, или кто-то. То есть мы все ждем, даем примерную минуту для того, чтобы этим башням как бы выстояться. То есть они, чтобы они появились. И вот когда ты делаешь это так, без постоянного захода и выхода с карты, есть шанс, что ты башни видишь чаще и четче. В этом вы убедитесь в том видео, которое как бы я вам сейчас и продемонстрирую. Посмотрим, как это все у нас происходило. Поехали! Заходим, держим башню, крепим. Пьем, танцуем и уходим. Первая, вторая башня. Ну, посмотрим, почем в Одессе рубероид. Чё там, народ? Чё там мы... Сидим. Полная башня. Полная башня. Значит, анекдот. Сидят в башне. Короче, всех перечислять посписочно. Сидим в башне, вторая башня. Чтоб я так жил, елки-палки, блин. Что-то ярость вообще пошла не яростно, как говорила бабушка. Хотелось бы ярости и люти. Чувствую, придется нам эти башни бить. Придется нам эти башни бить. Так. Может, на вторых и закончить? Не, Виктория, ты что? Ты что? Нам надо. Вот мы позабивали 200 двойников. Кто не вошел? Кто не... А, вы сидите... А, вы вторую башню держите. Я понял. Слушайте, знаете такую легенду про жадность, которая порождает бедность? Нет? А, я понял. Ты тут тоже, молчун, Денис, старичок, говорю, образ поменяй, блин, он на атаку у тебя в крепостях, а ты в нем. А? Братушечка? Не? Ну и ладно, тоже красивый, в принципе, красивый образ.
Так, что-то собрались, толпились, шпикуют, пацаны переживают. Меня тоже, но, блин. Блин, где-то надо... Тут нельзя. Я оттуда, да? Ага. Ладно, иди сюда. Блин, а как ты? Посмотрите, надо смотреть на... По очкам. Кто по очкам? Кто-то, кто в ярости набрал уже. Я не знаю, а что такое? Что-то есть? Я на самом первом месте стою. Олег, то, что ты залез в башню быстрее всех, не говорит о том, что ты на первом месте стоишь, брат. Я преклоняюсь перед твоим мужеством и перед умопомрачительной страшной мощью твоих лошадок, блин. И я надеюсь. Вот знаешь, чем больше ты, тем больше нам. Вот так. Вот видите, кстати, ребятки, Каспер, замечательный парень, он... А, вот почему он на штурмовике, да? Потому что он не может участвовать, и он заходит на этом самом, на грифе. Ну и ладно. Камеры прилетели. Ну и ладно. Вот он собирает. А что это, летит к тебе, Олег, да, наверное? Да, скорее всего, к тебе. А, это его. А что это такое было? А, это он распустил и ускакал. Распустил и ускакал. Ну да ладно. Ну да, ускакал, но недалеко. Все, не слились, что ли? Да нет, сына, ну ты что, прикалываешься, что на вторых башнях слиться, это же вообще... Да, иначе бы били. А? Иначе бы били. Ну, может, они готовятся морально-психологически к суровым штурмам? Вообще они не готовятся, мы будем все, пока они не разойдутся. Если... Или мы не умрем от старости, да? Ну, за 3 часа не умрем. Это логично, это логично. Так, ну давайте даем... 15 минут. У меня важное дело. Очень важное дело у меня посмотреть. О, ес, вообще. О, поперла жизнь, блин. Пустик нашел на атаку. Армада. Подлетел Ангелиус. Вот Ангелиус, да. Ангелиус суровый парень. Он так и сказал. Долго ковырять пытается, что ли. Забодает твоих лошадей. Так, что у нас тут били? Походу, Падам. Да, что-то они только шпиковали, блин, походу. Бабам. Бабам. Ну, вот один там. Бабам. Да ну, блин, ну, ребята, ну. Коней. Так им и надо. Вот, а конями бьют? Конями. Нет, нас ударили кубиками. Вот сейчас отчет пришел, конями ударили третьим тиром. Это вас ударили. А что-то они вообще не бьют. А, так это коней перед этим убиками. А сейчас ну, один штурм только был, 130-й. Ну, блин, так вообще... Ну, один походу хватает, я не заведу. А, ну вот. Они по одному там бьют пока. Что-то как-то странно. Вот. Что они будут делать дальше? А что они будут делать дальше? Они, наверное, ждут. Они ждут, чтобы кто-нибудь вперед ударил. Так а что вперед-то бить-то, а? Пошлите двойников, этих одиночек. Мне больше всего нравится, что я стою вообще без щита. Щиты придумали трусы, блин. И без героя, и без двойника, и без носков, короче. Ну... А мне говоришь один щит. Вика, я за тебя переживаю, во-первых. Могу я переживать? А я просто у меня это, как его, ну, количество войск, они же не думают, что настолько такой дурак, что может стоять без героя и шамана. Какой опытный это человек. А вот и на старуху бывает. Так, ну чё? Чё мы будем делать? Ждём, пока они разойдутся в 15 минут. Они не разойдутся, сынок.
Они будут сидеть вот это, ходить под цитами, под башнями, завывать. Не разойдутся. 3-2 человека уйдет, уже хорошо. Петь прощальные песни, блин. Ну что они еще будут делать? На бусты попали. Бусты они... Они просто уйдут, несколько человек уйдут. Некоторые останутся, все. Переходим на пониженные скоростя, как сказал классик. Я вообще, блин, на этих... Или можем просто снести сейчас башни? Не, эти башни можно не сносить, потому что там уже никого нету. Так на это пофиг, на следующий будет. Просто будем бить их и все. Давайте тогда. Давайте. Ну только вопрос о времени. Сейчас, минут. Нас, когда они разойдутся побольше? Или сейчас? Пока они еще не собрались. Рубить. Я ж так. Не, я не записываю. Я записывать буду. Не-не. Я выбил? Что, что ли? Нет. Не выбило тебя. Мы просто молчим. Курим и молчим. Да я думаю, что тут мое предложение сносить просто и все. Они все равно таким количеством большие башни выбивать не смогут. Ну да, попробуем. Попробуют таким количеством. Будем снести. Ну что-то же не ковыряют, нет? О, кто-то ударил вообще какой-то, видели? Жуть какая. Олег, это тебя влупили. Я не меня, молчу, попал на квадратачку. 240, ну да, серьезно попал. Короче, народ. Это самое. Давайте тогда таким следующим образом. Все готовы на фиксацию башен? Третий будем крепить или все будем выносить? Да давай вынесем. Сына, вот ты постоянно ты хочешь покинуть это замечательное, благое место. Ярость, блин. Хочешь свалить. Так или 40 минут ждать, чтобы для импакта, или просто сразу. Вот видишь, нас ты первыми ударили только что. Трудно. О, а я ж тебе про что говорю. Так, давайте бустуемся тогда, народ. Все выносим. Это зависит от того, что я сейчас буду. Да. Сейчас. Надо перебустоваться всем. Да, я же говорю, бустуемся на 15 минут и погнали. Потому что никто ничего там бить не будет, походу. Рубаем сейчас топ, шмоп, шлеп. А? Сейчас. Ё-моё, я включил буст на этот самый, я хотел соло выносить башни, бля, определённые. Ну, блин, от беда-то беда, разорение. Давайте с моди. Значит, все будем бить. Сына, в два штурма бьем, да? Тебе меня... Сейчас, так, подожди. Готовься. Ну что? Да, я моди поставил. Что, начинаем? Ставь моди, подожди, подожди. А, нет, давай сейчас еще раз финтанем ушами один разок. Может, у кого-то штурм заведенный. Давайте вы зайдем. Да, я эти двойники вывожу. Давайте один обман. Обманки выводи, да. Да, выводи обманочки. О, что-то ударило печальное. И еще печальней. Блин. Ну ты лидер, ты должен вывести. Ну понятно, я вывожу двойника пока. Короче, народ, давайте, все приготовились. Валить надо. Да. На бой с Максом выходим сразу, правильно? Ну, да. Ну конечно. Давай, 3-15, валим. Пусть бьют ребята пустую башню. Выходим, сына, выбрасывай всех, кого... А, выбрасывай, ты лидер, я же сказал. Как лидер? Ты вождь, ты чё? Ты меня сменил, ты обратно поставил? Да ты давно уже вождь, сына. А, думал ты. Да я тоже думал, всю жизнь мечтал. Летит что-то.
Быстрее выкидывай! А я выкинул уже все. Ну и с той башни. А второе я не вижу. А, вот сейчас. Что, хоры? А они даже так не вижу. Я ее тогда ее собью, блин. Вот я ее сбил. Сейчас, 6-2-6. Сейчас я выкину. Так, скидывайте, поехали троечки. Подожди, не заходите, еще башни есть. Есть башни? Ну, которая Костя сидел. А. Я ее сейчас сожру. Сейчас еще стоит горящий. А, все. Все, забаговал. Дайте коры, погнали. А зачем коры бьем? Ну или ну, бейте. Так, скинула. Значит, бейте их. Пейнч. Коры, ребята, коры. Кто там у нас, кто смотрит, кто видит, кто знает. Кидаем коры сразу. Вот там горящая. Горящая башня. Была. Так, дальше, народ. Горящая еще есть. Я сейчас ее допалю. Допалите горящую. Следующий, смотрите башню, скидывайте коры, ребят. Тарам-пам, пари-бара-пам. Ждите, кто не зашел, пока карта не обновилась, бесполезно. Карты я вижу, уже. Да, блин, я зашел, теперь буду сидеть ждать. Поэтому скидывайте коры. Если видите. Я вижу, кинул я себе, бегу. А, оно уже горит, зараза. Ты сжег? Сына, а чё так слабо? Да. А чё сжег, они уничтожил в молекулы, блин? Подписки уж нет. Да. Плохо. Ребят, что ты... должны обновиться. Кидайте коры. Кидайте коры. А, нет, горящая еще есть. Четверка горящая еще. Да, она еще тут. Ладно. Давайте. Кто-то, смотрите, заходите на карту. Я вижу, сейчас буду. Дай или бей. Что бьет? Шестерки уже будут ставить. Или они тоже можно? Можно бить сына все, что хочет. У меня что-то четвертая горит, блин. У меня пятерка. Две пятерки. Офигеть! У меня четвертая. У меня четвертая горит. У меня горит. Дайте пятую, кто-нибудь, народ. Дайте. Я сжигаю все, которые есть. Ну, если не видишь, сына, кидайте, блин, что-нибудь, кто-нибудь. А, все, я сейчас три башни сожгу из трех. Да, три пятерки спалил. Ну, значит, лагает, сына, лагает. Молодец, красавчик. Давайте шестерки. Подождите, еще не обновляйте, еще горячие скорее всего. Да, я вижу пятерки. Вот снесли сейчас какую-то горящую. Есть еще горячая, сейчас я вижу. Давай, доноси, сына. Доноси. Стойте. Еще можешь не обновлять, не знаю. Я читаю. Обновлять шестерки должны быть. Захожу. Есть, шестерку вижу. Погнали. Бам. Есть. Контекшн эврибади. Так, еще смотрю.
Вижу шестерку. Бам. Контекшн и в ребаде. Блин, что за фраза такая? Мне не этому учили в школе. Вижу третью. А, третьей нету. Я две башни снес шестым. Смотрим, ребятки, смотрим. Седьмые сейчас должны пойти. Нету. Кто не заходил на карту, заходите. Я вижу седьмую. Зараза. Кидаю в чат Тайлунгом. Да, с Костик в нее зайдет, он же, который... Не надо! Бьем! Бьем или крепим? Бьем! Бьем! Есть бьем одна седьмая, снесли. Да я ее уже снесли. Я штурм вижу, когда уже он не стол. Да какой штурм? Я их соло бью, ребята. Какой штурм? Вторая башня, да, есть седьмая. Третью башня. Третья башня. Вот она, внизу. О, она горит. Скажешь, когда горит? Да сейчас я до нее добегу, и она догорит. Если я успею, там какой-то гад бежал в нее. Так, и все, нету третьей. Сына, бейте бьем восьмые. О, не успел гад. О, ее кто-то что-то... А, блин, ее еще... А, мы ее не пробили. А, не, это какой-то глюконат кальция. Ну да. Подкрепление предлагает завести. И порошок Ариэль купить. Я не знаю, что делать с этой бедой. Что там сидит, что ли, кто? Я не знаю, она горит. Нет, она помогает, опять горит и все. Она, а да, что да, да. Она пока айон нема. Айо нема. Так, что там у нас сейчас? Что за башни? А, нет у нас башен. Должны восьмерки быть. Никому они ничего не должны, Олег. Так, смотрите, восьмерки, ребят. Вижу, кидаю сейчас. Кидай коры, кидай. Данила, ты вижу. Следующую ставь штурм, заходим или бьем. Давай побьем. Бьем, давай, штурм, Данила. Кто-то уже бежит на нее. Так, да. Давай следующую, папа, ты что ты говоришь? Следующую бить или что? А? Ее не снесли, это я ее соло бью, ребятки. А, ты соло. Конечно, я же за вас. Киньте еще коры, давай. Сейчас мы ее быстро... Ах, подожгли, зараза. Дайте еще одну. Родные, дайте еще одну. Есть. Да. Кто-то ее бьет? Я ее бью, можно? Бандж. Да просто у меня задача Олега обогнать по очкам. Никак не получается. Он уже обогнался. Блин, Олег, ну прости, но я не хотел. Хочешь, я тебе башню отстрою обратно? Давайте девятую, ребята. Сейчас восьмая горит. А, восьмая горит. Ну, простите. Что горит? Так, подлечимся. Ну, короче, дефить мы не будем башни, да? Ну, такое себе это дело. Давайте. Кто там что видит? Вижу. Все, она сгорела. Смотрим девятые. Не, у меня восьмая. Все, я буду на лагах. Давайте, народ, смотрите, я теперь зайти не могу. Кидайте коры. Кидайте корочки. Те, кто меня слышит, прием. Те, кто меня слышит. Так, девятый, что, я бью или штурмую? Сына, ну, если ты пробьешь, бей. Киньте.
А вот не узнаешь, не... кинь какую-нибудь кору, я пока ее тоже попробую. Да, мне самому что надо же скорее. Я понял, сына, прости. Нет, я не пробиваю. Ты не пробиваешь? Я сейчас пробью. О. Нет. Если бы я был соло-штурмом, но я просто активировал этот самый, блин, как он называется, на поход. Да, ай-яй-яй, вот это я тупень. Лика кинула говядку. Да блин, все, штурм не ставил, я с двух штурмов не пробил, забейте. А я поставил штурм. А я пробил башню. Заходите хотя бы один. Поздно, сына, она уже горит. Какая? Ты хоть знаешь, какую? Я не знаю. Да, она уже все. О, это я ее все. Так, давайте, десятую. Ребята штурмом бьют. Вот такие они забавные. Вот такие. А еще кто-то сюда идет. Так, давайте, десяточки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Девятку. Девятку кинул? Да. Да, еще штурм поставил. Заходите. А, я уже все. Это я ее снес. Ну, наверное. Кто десятки видит? Десятку вижу. Ой, я на кодсину поставлю. Давай, заходим. Заходим, народ. Быстро заходим ко мне. И кто там что поставил? И ко мне. Да, да, да. Идем, все. Все, хватит. Ну ко мне отойдите. Идите Пусть. К Даниле быстрее. Да, я спустил. Интересно, мы успели? А, успели. Так, бей, сын. Да, мы спросили, подожди. Так, еще дайте какую-то коры. Надеюсь, из двух вариантов, блин, это вы подожгли. Все, горячее оставили. Горячее? Давайте штурм на горячее. Так, а что толку штурм-то на горящую ставить? Что ты разве? Это уже тут одна баженая нужен. Блин, вы снесли башню, да, одну? Да. Давайте, 11-й, ребят. Подожди. Да, еще 10-я стоит горящая. Кто видит коры 11-х башен? Я же тебе сказал, что... А, еще стоит 10-й, не обновляйте. Все, ее больше нет, обновляйте. Вижу 11-ю. Ставлю штурм. Вижу тоже 11-ю. Ты у АМС-а когда? Да, я возле АМС-а ставлю. Блин. Сейчас давай быстрее ставлю. Заходим, я уже стою. Быстрее, 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 быстрее. Разгоняем. Не жду. Ко мне сразу. Сразу к Даниле. Есть. Дальше. Куда же бежит? Ребята, коры давайте какой-то. Почему никто не бросает коры? Сына, ты какую ставил? Я не вижу. Которая самая левая. Правая. Правый. Так, я ставлю штурм. Я бы ставил. Заходи, бей. Ну, не жди. Я жду людей. Бей, не жди, бей. Юра, у тебя полная. Да, это не Юра. Сына, давай мочи, 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 мочи. Ту-ту-ту-ру-ту. Есть контакт. Дальше, дальше. Пьем, танцуем и уходим. 12-й башни, ребятки, коры, 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 коры. Коры, кто-нибудь, дайте коры. Захожу. Есть, вижу 12-ю. Ближнюю ставлю, сына, к МСу. Я сына ставлю, я не знаю, где. Давай, поехали, заходим, бегом заходим. Никого не ждем. Быстрее, Вика, ускоряемся, панда, погнали, все. Выносим. Пошел. Ушел, сколько ушел.
Бэм! Блин, ну зажгли, ладно, бог с ним. Дальше. Отлично, да потому что мало заходим. Мало заходим и очень долго. Где еще одна башня? Вот нижняя. Ставлю штурм. Заходим. Ребят, сделайте это быстро, пожалуйста. Пожалуйста, 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 быстрее. Ускорьтесь, ухожу. Тэнч. Не? Да, да, крошка. Да, три снесли. Три, две. Ну, короче, красавчики. Красаучики. Как-то так. Как-то так. Все снесли. Все, что было построено непосильным трудом. Все снесли. Вот как-то вот так.